Жители многоквартирного дома на улице Лавочкина стали очевидцами незаконной перепланировки. Собственник решил прорубить отдельный вход в помещение и успел соорудить лестницу. Но до разрушения стены дело не дошло. Химчане успели обратиться в прокуратуру. Данное нежилое помещение находится в собственности юридического лица. И чтобы получить право на проведение таких ремонтов, нужно согласие всех собственников. Соответственно, якобы было проведено общее собрание, но на самом деле этот документ является сфальсифицированным, что образует собой состав уголовно наказуемого деяния. Материалы проверки направлены в химкинскую полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов».